В Махачкале накануне звучал декабрьский блюз. Для этого в столицу Дагестана специально приехали музыканты из Санкт-Петербурга. Джазмены играли не только популярные мировые композиции, но также и импровизации на дагестанские мелодии. В концерте участвовали известные в Дагестане исполнители. Правда, в главных ролях оказались два музыканта – Юрий Таллин и Малик Мустафаев. Фортепиано, труба играли на самых разных музыкальных инструментах. Привлечь дагестанцев слушать нетипичную музыку – основная цель подобных встреч. Такого рода концерты организаторы обещают сделать традиционными для республики. Очень приятно, что в Дагестане есть люди, которые пришли на джазовый концерт. Хотя некоторые говорят, что типа Дагестан, что там только вот, только совсем какие-то, ну что люди воспринимают только лезгинку самого низкого уровня, что они никуда не ходят. Ну, я убедился лишний раз, что это не так, что люди хотят слушать джаз и что-то, какую-то интеллектуальную музыку.